Лизочка, интересные мультики? Друзья, ходил сегодня на вокзал, купил билет сегодня в Москву. В общем, короче, в воскресенье я уезжаю. И поезд рано идет, в 6:20 утра. Вот, но идет быстро, 5 часов 40 минут. Это в 12 чем-то я уже, короче, буду в Москве в воскресенье. Ехать неохота так. Но придется. А сегодня еще ходил. С утра сдавал расширенный анализ на холестерин. Вот. Ну, потом через месяц приеду домой и опять на прием к врачу, и она уже скажет мне там, принимать лекарства, чтобы холестерин понизить или нет. Вот. Да сегодня еще с дочкой в 3 часа пойдем на прививку. Дочки будут прививку делать. А я вчера вот когда делал прививку, какое-то самочувствие было такое не очень хорошее. Как-то какой-то дискомфорт какой-то ощущал. Но мне вчера 3 прививки сразу поставили. Лавина, да, правильно, это такой снег, когда много снега падает, доченька. Да. И вот такой, такая... Кто там чихает? Ну, это не один из нас. Кто там чихает? Кто там чихает, почему? Я могу назвать пингвиня, который сразу на таких колесиках. Да? Пингвиненок там, да? Да, на таких колесиках. А-а-а. Друзья, вот в воскресенье я уезжаю в Москву, а потом планирую домой вернуться к 20 ноябрю, потому что 20 ноябрю мне нужно еще одну прививку сделать и на прием еще к врачу сходить. Вот. Насколько приеду дней, это еще не знаю. Вот. Но в Москву я уезжаю на месяц, получается даже чуть меньше. Сегодня у нас какое? 21-го, а я уезжаю 23-го. Ну, примерно на месяц, да, 20 ноября я приеду назад. Сверху! Получилось! Ну как?
пингвинчик вкусной. Ага. Классный пингвиненок, да? Ага. Ну, я такого пингвиненка. Сегодня, друзья, встал я где-то в 7:30 утра. Вот. Первым делом сходил, кровь сдал на анализ. Вот. Потом пошел, сходил на вокзал, купил билет. Потом пошел, деньги положил на интернет. Потом в банк сходил. Вот. Ну и потом сходил за доченькой, вот, и забрал ее к себе. Сейчас мы с ней смотрим мультики. Точнее, она смотрит мультики. Сейчас уеду опять, буду по дочке скучать своей, по своей Лизочке. Если честно, мне уже так, я говорю, надоели эти поездки туда-сюда. Хочется уже дома постоянно жить, никуда не мотаться, не ездить. Уже надоели эти дороги. Если посчитать, сколько километров намотал за свою жизнь, там, наверное, очень много получится. Yeah.